На выставке «Картофель-2013» каждый крупный сельхозпроизводитель и фермер может найти, что ему нужно. Новые сорта, инновационные разработки, семена по приемлемым ценам. В рамках выставки компания «Август» провела олимпиаду для специалистов сельского хозяйства. В агроолимпиаде по технологии выращивания картофеля приняли участие 72 представителя агрофирм республики и других регионов Поволжья. Практические агрономы, которые приехали на олимпиаду, уверены, что хорошо подготовлены. Есть участники, которые не первый год уже принимают участие в состязании и занимают призовые места. Да, я в прошлом году участвовала, завоевала 3-е место. В этом году, сейчас говорят, по технологии возделывания картофеля будет олимпиада. Так, в этой области, можно сказать, ну не такой же знаток, но наше хозяйство занимается семенным картофелеводством. Ну, чуть-чуть знаем, можно сказать. Олимпиада покажет результаты в конце. Агрономам и руководителям хозяйств предстояло ответить на 60 с лишним вопросов по биологии и технологии выращивания картофеля. Вопросы были разные, простые и каверзные. Пока компьютер подсчитывал результаты тестов, у собравшихся появилось время пообщаться с коллегами, обменяться опытом и планами. В своих выступлениях специалисты компании «Август» рассказали участникам о препаратах и новинках предприятия. Чтобы быть рентабельным на рынке, современное сельхозпроизводство должно уделять особое внимание качеству продукта. Производственный филиал «Вурнарский завод смесивых препаратов» производит основную часть всей продукции компании. Он является лидером российской отрасли по производству пестицидов. В Беларуси компания «Август» имеет современное технологическое производство экологичных препаративных форм гербицидов в виде водных растворов, концентратов эмульсий и водных концентратов. Новую эко-упаковку порошковых препаратов также представили картофелеводам. Ну и, собственно говоря, через какое-то время пакет у нас полностью растворится. Соответственно, содержимое пакета этого перейдет полностью в воду. Тем самым мы получим раствор. Аграрная олимпиада, признаются участники, прошла для них на одном дыхании. Почетное 3-е место заняла Елена Николаева, представитель агрофирмы «Таебинка» Красночитайского района. 2-е и 1-е места заняли фермеры из Нижегородской области. Впрочем, никто из участников не унывал. Главное – проверить свои знания и получить новые. Начало весенне-полевых работ не за горами. Представители компании «Август» надеются, что полученные на олимпиаде опыт и знания помогут аграриям получить хороший урожай.